Костя, ждать? Не-не-не. Нормально все? Летающие коровы. Слушай, у тебя стандартный аккумулятор на 4 или уже расширенная версия? А? Во что? Аккумулятор к фонарику. Фонарик у меня две банки, 4. Сразу подключены? Нет. А, ты меняешь? Я меняю. И на сколько одной банки хватает в таком режиме? Я в таком же режиме, примерно так же, да, сведение, у тебя поярче. Я пока на 4 часа вот. Нет, у меня тоже может быть поярче. Ну да, я знаю, у тебя там за 150 баксов фара. Ну там аккумуляторы шли стандартно или уже дополнительно ты брал вот эти вот? Я дополнительно купил, у меня был один в комплекте. Ты, ну вот, который в комплекте, его ты имеешь в виду, да, что его хватает? Да. Тоже на всю ночь. А, они одинаковые, на 2. Да, что-то мы заехали. Непонятно. Сумочка как отсекатель стоит, как шторка. Да. Слушай, я вот вижу, его приподнял. Ну да. Прям под колесом не видно, получается. Прям под колесом, если ты увидел прям под колесом, мне кажется, немножко уже поздняк.
меня, видишь, он мне ничего не нравится. Этот дешевый совсем. У него пучок и вот это нижнее, а посередине как бы сумерки. Ну какой есть. За 30 баксов. Мне вот моя нравится тем, что у меня нет яркого. Да, там линза, наверное, хорошая стоит. У него Россия у тебя стоит, потому что там 4 диода. Ага. Блин, ну 150 баксов это, конечно. Плюс аккумулятор еще, наверное, долларов 10, да, 15. Какое явление на небе. Интересно. Вот тут белое пятно? Ага, как будто оттуда что-то спустилось. Да что-то цепляет за штанину, не пойму, что. Ну да, походу, да. Еду, представляешь, что-то цепляет за штанину, а ничего нет. Не, ну там я в кусты зашел. У тебя вчера штанину, может, это... Нет, вот я сколько ездил, не был. Не, все нормально. Это глюки. Зашел в траву, в кусты, и там какое-то существо бегает. То ли мышь какая-то, ну крупная. То ли андатра какая-то. Что такое? Тебя фонаря вообще не видно за рюкзаком заднего. Какой? Мы обратно в другой дорог едем? Ну сейчас по асфальту. Это обратно не только ты начинаешь? Нет. Мы обратно едем по той дороге, по которой мы сюда проезжали в прошлый раз. Вот куда Саша поехал. Сейчас мы выйдем на асфальт. По асфальту пойдем. По объезд речки. Доедем до мостика. И обратно через троллей, короче. Через вот это. Где Авантюр был, где Ночь кино, через лес. Ну, напрямик сразу. Или через поле. Сейчас посмотрим. Ну, я не знаю, может ночные, лесные какие-нибудь. Бешеные. Навряд ли. Не должно быть. Thank you.
фонарик, конечно, крутой. С Китая или наш? У нас здесь. Не знаю, мне подарили. А, так бы я себе, конечно, взял с аккумулятора вот этот 18650. Ну так к этому, наверное, тоже можно их ставить. Нет, здесь 4 пальчика. С батарейки жрет вообще моментом. 2-3 дня. И потом они уже не так ярко. Какие? Ну, обычные батарейки. А. Ну, я аккумулятор вижу. В том году все. Лет откатался с немецким фонарем. Попал за 1200. Со скидкой там, с понтами, со всеми. 2-3 дня, вот так же ярко. Угу. И все. Батарейки. Ну вот такие хорошие. Они, наверное, у нас стоят 1005, мне кажется, не меньше такой фонарик стоит. Да ну, мне кажется, 1200. Такой? Не, больше. Он в Китае стоит, наверное, долларов 30 минимум. Или 50 даже. Потому что он ярче светит. Вот у меня 30 баксов, видишь? Угу. Ни о чем. Ну, фонарь хороший. Только пониже чуть-чуть. Чтобы... Во, вот так. Здесь изолента. Ну да. Ну вот можно к нему... С кем там случайно вывалился. Олеськи бывает, да. Это будет 15 августа, это сон, и луна огромная. Ну, Олеся, я ж пишу. Она, правда, вообще огромная будет. Ну, посмотрим. Устроим такой... Смотреть можно будет, надо наблюдать. Но мы устроим шоу очередное. Что-нибудь мы придумаем такое необычное. Будет круто фоткаться. Да, то, что будет всем интересно. А что, в прошлом году тоже такое было? Завтра фонарики ночные будешь покупать? Завтра? Да. А зачем? Ну, запускать. А чего я прикольно? Фонарик желаний. Ну да ладно. Уже все их запускают, это как-то уже не актуально. Не на во. А... Ну все, отсюда, наверное, километров 28, 27. За час мы не дойдем, по-любому. А, ну мы сейчас срежем через лес еще пару километров. Номер 25. А может по асфальту? Ну мы по асфальту, да. Не, ну мы же по трассе не поедем. Да, не знаю, можно в принципе через Городю прям сразу на трассу, но по трассе, блин, беспонтово, наверное, да? Не, по трассе ладно, надо по трассе. По трассе? Давайте. Не, зачем по трассе? Поедем, поэтому. Ну, вернем на берег. На берег? А не через лес? А, ну, в смысле? Через лес мы срежем пару километров, ну, километр два. Да, я это. Так, Олесь, ну ты давай это куда-нибудь в серединку, потому что у тебя задний фонарь вообще не видно, и переднего фонаря у тебя нет. Задний, да, это очень клево, он там. Ну что-то сбоку меня видно.